Тюменская марка уже 21 год является точкой притяжения малого и среднего бизнеса. В этом году продукцию представили 100 предпринимателей. Это товары и услуги, а также креативные разработки. Мы показываем новые наработки свои для местного населения, показываем наработки для организации, потому что все-таки сложно увидеть, все узнать. Здесь можно потрогать, пощупать, чего добились организации за прошедший год. Мы участвуем постоянно в Тюменской марке, считаем, что это крайне важное мероприятие. Здесь предприниматели налаживают деловые контакты, а главное, получают обратную связь. Живое общение с потребителем помогает улучшить качество продукции. Ремесленная пекарня «История хлеба». Мы печем хлеб на живой закваске, без промышленных дрожжей и выпечку ручной работы. Наша главная ценность – это качество. Качество продуктов, качество сырья, качество изделий и качество отношений с нашими гостями. Тюменская марка помогает развить производство и повысить узнаваемость бренда. Об этом говорят постоянные участники выставки. Мастерская моя немножко выросла. Сейчас работают уже несколько мастеров, я взял помощников, что, конечно, положительно влияет на объем производства, на объем продаж. На площадке немало ярких примеров импортозамещения. Это новая бумажная фабрика, аэрозоли, антисептики. Организаторы надеются, что таких предприятий с каждым годом будет только больше. Мы видели сегодня пример того, как многие участники Тюменской марки разных лет нашли друг друга именно благодаря этому замечательному конкурсу, замечательной этой выставке. И сегодня многие, производя тот или иной материал, поставляют его уже тем, кто производит окончательную продукцию. Огромное спасибо Руслану Николаевичу, всей команде за то, что этот проект Тюменской марки есть, он живет. И в будущем очень надеюсь, что мы вот так придем и увидим штук 20 новых производственных предприятий, которые делают какую-то новую продукцию. Выставка продолжит свою работу завтра, 21 октября, в выставочном зале. Мария Звадовская, Евгений Проскуряков. Твоя Тюмень.